Перед полетом прими доклад от механика о готовности самолета к вылету. Произведи внешний осмотр самолета. Осмотри винт, нет ли внешних повреждений, пробоин, царапин на лопастях и коке и заметной погнутости лопастей. Проверь, закрыты ли замки крышек нижних люков. Имеется ли контровая шпилька на замке крышки переднего люка. Осмотри шасси. Нормально ли накачаны пневматики? Нормально и одинаково ли осадка амортизационных стоек? Проверь подвеску бомб. Где и какие бомбы подвешены? Сколько снарядов и какие на них установлены взрыватели? Снят ли чехол с трубки ПИТО? Нет ли повреждений элеронов и шарнирных соединений, а также люфтов в соединениях? Не повреждено ли хвостовое оперение? Не забыты ли струбцины на рулях? Целы ли шарнирные соединения? Не стравил ли воздух из амортстойки костыльного колеса? Нормально ли накачан пневматик? После внешнего осмотра проверь кабину. Второе место предназначено для воздушного стрелка. Стрелок, проверь свое оружие, легкость хода каретки на турели и количество боезапаса. Перед посадкой в кабину осмотри ее и проверь, нет ли там посторонних предметов, выключена ли магнита, поставлены ли гашетки на предохранитель, закрыты ли кнопки сбрасывания бомб и снарядов, стоит ли АСШ на предохранителе. Сев в кабину, поставь ноги на педали под ремни. Проверь правильность отклонения рулей и легкость хода ручки и педалей. Рукоятку катушки триммера руля высоты поставь во взлетное положение. Проверь соединение тяг управления нормальным газом и положение сектора высотного корректора форсажа моторов. Поставь винт на большой шаг. Проверь, закрыты ли заслонки масла радиатора, открыт ли пожарный кран. Проверь давление в бортовом баллоне. Открой соединительный кран шасси запуска и проверь давление по манометрам. Нормальное давление в воздушной сети 30-40 атмосфер. И в баллоне запуска 50 атмосфер.
Проверь работу тормозной системы по двухстрелочному манометру одновременным и раздельным торможением обоих колес. Включи аккумулятор, термометры воды и масла, сигнализацию шасси. Проверь количество бензина в баках, переключая бензиномер. Совмести стрелку высотомера с нулем. Поставь предохранитель пневмоперезарядки в положение «Открыто». Установи СВР-3П предварительно на желаемый вариант сбрасывания бомбы снарядов, согласно заданию, и поставь выключатели в положение «Включено». Поставь кран пускового насоса на всасывание. Подними плунжер вверх, переставь кран на впрыск и нажми на плунжер пускового насоса. Операции повтори. Летом 3-4 раза, зимой 5-6 раз. Установи рычаг нормального газа на 600-700 оборотов в минуту. Открой воздушный кран запуска на насосе. Подай команду от винта. И, получив ответ «Есть» от винта, включи вибратор и магнета. Открой воздушный кран самопуска. И после одного полного оборота винта нажми кнопку вибратора. Мотор на 700-800 оборотов в минуту и выдержи до температур воды 60 градусов, выходящего масла 40 градусов. Переведи винт на малый шаг. Установи 1200-1250 оборотов в минуту и производи дальнейший прогрев. Опробуй мотор на номинальной мощи. При нормальной работе мотора показания приборов должны быть следующие. Обороты 2150, наддув 1180, плюс-минус 25 мм. Сбавив газ до 1600-1700 оборотов в минуту, проверь работу магнета и свечей. Выключи аккумулятор и проверь работу генератора по вольтметру. Включи рацию. Убедись, что шлемофон плотно прилегает к голове, а ларингофоны к гортани, не сдавливая ее. Медленно вращая ручку настройка, настройся на заданную рабочую волну. Для получения нормальной слышимости вращай ручку регулятора тише-громче.
Перед выруливанием открой заслонку масла радиатора. Заслонку водорадиатора открой в зависимости от температуры наружного воздуха. Привяжись ремнями. Подай команду убрать колодки. И получив ответ, колодки убраны, приступи к рулению. Проверь действие тормозов на рулении. Для лучшего обзора применяй руление змейкой. Проверь положение триммера руля высоты и пожарного крана. Застопори костыль. Затормозив колеса, опробуй мотор на номинальной мощности. Проверь показания приборов. Убедись в отсутствии препятствий на взлетной полосе и закрой фонарь. Дай полный газ. При разбеге выдерживай направление, плавно парируя левой ногой. Стремление самолета развернуться вправо. И избегай резких движений рулем поворота. После отрыва выдержи самолет до набора скорости 240-250 км в час, после чего переходи к набору высоты. Убери шасси. Проверив уборку по механическим указателям и сигнальным лампочкам. Сними давление на ручку триммером руля высоты. Перейдя на горизонтальный полет после набора заданной высоты, задросселируй мотор и для достижения наибольшей дальности полета затяжели винт. Установи наивыгоднейшую скорость горизонтального полета 250-270 км в час. Перелете через исходный пункт маршрута, запиши время. Сними гашетки с предохранителя.
перед перелетом линии фронта облегчи винт и увеличь скорость полета до заданной. Поставь АСШ в положение открыто. Проверь установку СБР-3П. Открой колпачки кнопок электросбрасывателей. Введя общую ориентировку, усиль наблюдение за местностью, воздухом и за сигналами ведущего. При подходе к цели закрой шторки маслорадиатора. Уже произведи перезаряжание. Сбросив бомбы, продублируй сброс при помощи АСШ. Поставь АСШ в положение ПЗ. Уход от цели после выполнения задания производи скрытно, используя складки местности. Открой заслонки маслорадиатора и затяжели винт. Приближаясь к своему аэродрому, поставь гашетки на предохранитель и закрой колпачки сбрасывания бомб и снарядов. Предохранитель пневмоперезарядки поставь в положение закрыто. Выключи СБР-3П и переведи винт на малый шаг. На скорости 240-250 км выпускай шасси. Если шасси не выпустилось нормально, примени аварийный выпуск. Для этого закрой запорный и соединительный краны, открой кран противодействия. Уменьши скорость полета до 230-240 км и вращай рукоятку лебедки от себя до отказа. Проверь выпуск шасси по механическим указателям и лампочкам. Прикрой шторки водорадиатора, поддерживая температуру не ниже 90 градусов. На планировании по прямой к месту посадки на скорости 200-220 км в час выпусти щитки. При необходимости уйти на второй круг, дай полный газ и набирай скорость. Сними нагрузку триммером с руля высоты. В полете по прямой на высоте 100 метров и скорости не менее 220 км в час убери щитки. Уточнив расчет, заходи на посадку.
При посадке с выпущенными щитками ручку управления в конце выдерживания добирать полностью на себя. При посадке без щитков ручку на себя полностью не добирать. Пользуйся тормозами на пробеге плавно, периодически отпуская тормозной рычаг. После остановки самолета расконтри костыль, убери щитки. Открой фонарь, осмотри посадочную и взлетную полосы и отруливай к месту стоянки. Руление выполняй змейкой. Открой заслонки водорадиатора. Установи винт ВИЖ-22Т на большой шаг, винт АВ-5 оставь на малом шаге. Увеличь обороты мотора до 1000-1100 оборотов в минуту на 15-20 секунд. Убери газ до 400-450 оборотов в минуту. И выключи зажигание. Выключи электроприборы. Дай указание механику самолета об устранении имеющихся на самолете дефектов.